Уважаемые товарищи, 17 июня в нашей стране отмечается День медицинского работника. Профессия врача является одной из старейших в мире и всегда была востребована во всех уголках нашей планеты. С самого рождения и до ухода мы всегда ощущаем участие в нашем здоровье, в наших докторах. Сегодня они, как многие граждане России, живут в тяжелых условиях. Неудержимый рост цен, тарифов ЖКХ, низкая зарплата, стрессы и тревога за свою судьбу, а главное за судьбу своих детей и внуков, все это подрывает здоровье наших докторов. На сегодняшний день практически уничтожена муниципальная медицина, лечебные учреждения. Учреждения получили непонятное, поэтому пугающее название, например, КГБ УЗ, первая городская поликлиника. Партия Коммунисты России, лидер Максим Сурякин, приложит все силы для того, чтобы облегчить жизнь и участь наших медиков, а также рабочих, крестьян, представителей трудовой интеллигенции. От имени Бийского городского комитета партии я поздравляю всех медиков города с их профессиональным праздником. Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия.